Сорские канализационные стоки больше не бегут по центральным улицам. Проблему помогла решить наша рубрика «Мобильный репортер». Напомню, видео в редакцию «Вести Хакасия» прислал один из зрителей. Вот на этом месте в начале июня появился провал до центральной улицы города Сорска, улица Кирова. Буквально 16-17 числа коммунальщики копнули, и вот такой вот побежало. Это канализация сверху города. По словам автора ролика, настоящая река из нечистот текла недалеко от школы, прямо по тротуару вдоль улицы Кирова. Вместе с ней распространялся зловонный запах. Все дело в том, что ливневый сток был забит и не мог удержать поток. После того, как о проблеме рассказали в программе «Вести Хакасия», власти города установили колодец, и теперь нечистоты стекают в него. Ну а я напоминаю, стать участником рубрики «Мобильный репортер» может каждый. Снимайте видео о проблемах, которые не удается решить своими силами, и присылайте к нам в редакцию. Телефон сейчас на экране. Можно оставлять сообщения на наших страницах в соцсетях или на сайте вестихакасия.рф в разделе «Прислать новость». Кстати, рассказать в видеоролике можно и о любопытном факте, либо интересном мероприятии. Главное, за кадром прокомментировать и рассказать, почему об этом событии должна узнать вся республика.